Приветствую вас. Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, тот факт, что вы, по сути дела, не раскрываете ничего, что было бы связано как-то вот с, ну, с сутью вашей проблематики. То есть вы ничего не раскрываете непосредственно, ну вот конкретно, конкретики не дают, скажем так, я бы сказал. То есть вы говорите, что встречались с мужчиной, сначала страсть, потом думки, что значит думки, да, то есть, ну, что вы имеете в виду, говоря о думке, то есть, что это такое думки, вот, что это за человек, с которым вы встречались, ну, то есть, я имею в виду, что общего, например, между вами, да. Вот это все достаточно важные моменты, вы, по сути, их не... По сути, их вы никак не описываете, а это очень важный момент, собственно говоря. И, как бы вот это вот нехватка такая вот своего рода конкретики, нехватка конкретики в данной ситуации, она очень бросается в глаза. Вот. Также я бы сказал, что совсем понятно, кого и каких именно мужчин вы встречаете. То есть, ну, что это за мужчина конкретно. Что это за мужчины, да, что они себя, эти мужчины, представляют. Вот, и как бы это вот тоже не совсем понятно. Вот, соответственно, как бы, ну, без конкретики вряд ли можно вам помочь. Без конкретики вряд ли можно, ну, как-то вот обеспечить тот уровень помощи, который вы хотели бы. Что я могу сказать, вот, ну, непосредственно, да, если говорить непосредственно, из опыта повторяющихся отношения, повторяющиеся ошибки, это, как правило, сценарий, ну, это определенный жизненный сценарий. Вот. И, соответственно, вы, скорее всего, ну, какие-то свои элементы, ну, элементы модели поведение просто не осознает, не видит. Вот. Ну, вам необходимо это помочь увидеть. Необходимо помочь вам в этом разобраться. Вот. И после этого ситуация, в общем-то, начнет улучшаться. То есть, ну, в том смысле, что вы пока не контролируете вот свою модель поведения.
к сожалению. Вот. Тогда как ее контролировать нужно? Следующий момент – это выгода, определенного вторичного выгода, который у вас присутствует. Вот. То есть, что такое вторичная выгода? Ну, вторичная выгода объясняется тем, что вы получаете. Тем, что вы получаете, реализовывая тот или иной сценарий, реализовывая ту или иную модель поведения. Вот. Ну, например, в данном конкретном контексте можно говорить о том, что вы, например, можете, ну, так или иначе, бояться серьезных отношений. И поэтому вы, ну, берете себе партнера, выбираете в качестве партнера своего мужчину, который, ну, который на отношения более-менее серьезные, да, то есть, ну, такие более-менее стабильные, скажем так, не способны, вот, к сожалению, вот, и это, ну, в общем-то, это очень важный момент. Почему вы выбираете такой мужчину? Зачем? Для чего? Что вы, например, хотите этим образом показать, доказать и так далее? Кто-то это делает, например, для того, чтобы продемонстрировать, что он не способен быть счастливым, вот, для того, чтобы себя, например, ну, например, себя жалеть, допустим, в той или иной степени. Вот, у кого-то есть там свой мотив, ну, как бы, нам это в данном случае не столь важно, да, вот, сколь важно вот понять, что некая такая вот вторичная выгода, да, она присутствует в любом случае. Вот. Пускай вы ее можете не осознавать. Да. Вот. Ну, соответственно, выглядит так, что вы не умеете выстраивать отношения с мужчинами, вот. В том числе, как я думаю, по причине того, что слишком нуждаетесь в них, ну, в отношениях, слишком нуждаетесь. А почему выбираете определенный тип? Ну, потому что, ну, то есть причины. Причины могут быть самыми разными. Вот, ну, в частности, это может быть импринт, то есть некое такое вот впечатление. Многосложное впечатление.
Это некое такое состояние, которое вы когда-либо почувствовали. То есть, если, например, вы почувствовали себя, если вы когда-то почувствовали с кем-то себя хорошо, вот, то вы вполне можете стремиться к, ну, тому, чтобы снова это состояние уже поймать, вот, к тому, чтобы это состояние было как-то реализовать. Вот, ну, получается это у вас, не получается это у вас, это уже не столь важно, на самом деле. Вот. Ну, на мой взгляд, это такой момент, на мой взгляд, по крайней мере, по-моему. Вот. Ну, давайте теперь прочитаем ваш вопрос. Я встречалась с мужчиной, чувства огонь были с обоих сторон, кроме этого куча переживаний, думок. Отношения эти я закончил и решила больше с подобными мужчинами не встречаться. С какими подобными мужчинами? О каких вот подобных мужчинах вы говорите? Что вы имеете в виду? Под подобными мужчинами. Вот. Что вы понимаете под подобными мужчинами? Потому что, ну, вот, честно говоря, непонятно. Если, ну, просто ваш текст исследовать, да, то непонятно, что вы имеете в виду. Вот. А какие думки, да, то есть вот, ну, что такое именно думки, вот, это все здесь, ну, как будто бы остается за кадром. Вот, а вообще-то говоря, за кадром оставаться это, ну, ни в коем случае это не должно, потому что это все очень важный аспект, все это очень важный момент, вот, ситуации. Вот, значит, это, ну, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, опираясь на вот то, что вы написали нам. Дальше. Так. Значит, по поводу того, что у вас были только, у вас чувства были огонь. Ну, понимаете, вот какой момент, да, вот, как бы, ну, важный момент в том, на мой взгляд, важный момент, что вы как будто бы выстраиваете отношения с мужчинами, только как мужчина и женщина. То есть, как будто бы
ничего больше, ну, мягко говоря, вас не волнует. Вот именно ничего больше в том смысле, что не волнует вас, например, личностная составляющая. Не волнует вас общие интересы. То есть, ну, вот, что общего между, там, допустим, вами и, ну, и мужчиной. Да, да, к примеру. Опять же. Вот. То есть, это все, в общем, такие, ну, крайне вот важные моменты, на которые я хотел, значит, ну, хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Вот. Это такой аспект, такой момент. По поводу думок, как мне кажется, конечно же, что речь идет про некое такое, ну, может быть, чувство собственничества, да? То есть, когда, ну, вы, по сути, вы начинаете предъявлять какие-то права, какие-то вот, ну, начинаете бояться, что молодой человек уйдет, начинаете бояться, что мужчина вас там, грубо говоря, бросит, да, и так далее. То есть вот, ну, можно сказать, что проблематика, она здесь вот такая, можно сказать, что она, как бы, ну, в этом проблематика основная заключается. Хотя понятно, что там, как бы, ну, нюансы есть, да, и понятно, что нюансов этих может быть много, вот, но, как бы, вот, исходя из того, что описываете вы, я мог бы, наверное, выделить, ну, вот, несколько таких вот факторов, и один из факторов — это вот то, что я сказал, да, ну вот, собственно, то, что я озвучил. Вот, потому что страсть, которую, ну, которую вы описываете, это, конечно, очень хорошо, это здорово, вот. Но, наверное, нужно, чтобы было что-то еще, вот. Наверное, нужно, чтобы было, чтобы был еще, ну, чтобы были еще какие-то факторы, понимаете? Вот. Этих факторов нет, к сожалению, ну, по крайней мере, ничего такого вы не описываете. Вот. И, соответственно, возникают трудности, конечно же. Вот. То есть страсть, потом она повторяется, она затухает, точнее. Дальше отношения я закончила и решила больше подобным мужчинам не встречать. Ну, как я уже сказал, не совсем здесь понятно, что вы имеете в виду под подобными мужчинами, да? То есть, что такое подобный мужчина? Подобный мужчина — это как, это кто, это что? Вот, то есть, не совсем, грубо говоря, понятно, этот момент. Вот. То есть я
Я понимаю, что, вероятно, человек что-то сделал, вот, что вам не нравилось, вот, я могу это понять, опять же, но это не объясняет причину того, значит, что случилось с вами. Поэтому я могу только, надеяться на то, что вы раскроете, более, может быть, подробнее этот момент, вот, и расскажете нам, что же все-таки случилось. Вот, потому что этот момент достаточно важен. Вот. Значит, вы говорите, значит, что я решила больше с подобными мужчинами не встречаться. Ну, как я уже сказал, не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря с подобным мужчиной. Подобный мужчина — это, какие? Вот. Что это? Подобные мужчины? Какие это подобные мужчины? Вот. То есть этот момент, на мой взгляд, заслуживает отдельного, раскрытия. Следующее. Проходит год, я встречаю мужчину другого, который схож по профессии с предыдущим, один знак зодиака дает разницы в неделю. В итоге вроде опять расчувствую, но опять море переживаний. Понимаете, в чем дело? На самом деле, я бы сказал, что ничего не нужно именно что объяснять. Вот именно что объяснять, наверное, не нужно ничего. Вот разбираться в том, что произошло у вас, разбираться, смотреть то, что произошло у вас, это вполне себе можно сделать. Но, правда, для этого нужно с вами как минимум пообщаться, потому что пока информации, к большому сожалению, совсем чуть-чуть. Вот, её, откровенно говоря, мало. Вот, то есть, совсем нет информации о том, значит, что происходило у вас в отношениях с человеком. Вот. Какие потом начинались проблемы? Почему эта проблема начиналась? Я вижу, сложность в том, что вы, вероятнее всего, вы боитесь воплощения, боитесь как-то вот на человека что-то перекладывать, да, то есть перекладывать, может быть, какую-то часть ответственности на него. Вот, вы
боитесь, что вас бросят, либо вы чувствуете, что что недостаточно, может быть, цените себя, вот, может быть, недостаточно как-то раскрывать в отношениях. Вот. Не знаю, честно говоря. Фу. Сложно так однозначно все это выразить, вот, но необходимо понимать, я повторюсь, наверное, что вот именно объяснять ничего не нужно. Именно объяснять ничего не нужно. Но если объяснять ничего не нужно, и это правда, то разбираться с тем, какую направленность, допустим, имеют ваши чувства по отношению к мужчине, помочь очень даже имеет смысл, потому что ситуация, ну, достаточно серьезная, да? То есть, опять же, вы хотите уйти в какое-то объяснение. Так, протягиваю определенный тип мужчин, или мазохистка, нравится такой резонанс эмоций. Ну, вот, то, что вам нравится резонанс эмоций, а именно, вот, как раз, такие яркие эмоции, если я правильно вас понимаю, да, эмоции должны быть яркими, страсть должна быть всепоглощающей, вот, то, скорее всего, речь идет, ну, немножечко о том, как вы решаете проблематику своих страхов каких-то. Вот. То есть, скорее всего, проблема заключается в этом. То есть, если я хочу только эмоций ярких, вот, если я зависим в какой-то степени от этих эмоций, вот, то, ну, они мне нужны для того, чтобы от чего-то меня отвлекать. Вот. Они нужны для того, чтобы я что-то в себе заглушал. То есть вы от чего-то бежите, скорее всего. Вот. Вопрос, конечно, заключается в том, от чего вы пишете. А вот. То есть это такая достаточно, ну, достаточно важная история, достаточно важный это момент, вот, от чего именно вы бежите, куда именно вы бежите, вот, и что
дают вам вот чувство как раз. Это такой достаточно важный момент для разбора, да? Вот. При том, что именно вам нравится резонанс. Ну, а потом после. В принципе, любого резонанса, да, вот, всегда возникает затухание, как правило. Вот. То есть это, в принципе, абсолютно ново. И может быть, ситуация такова, что, в принципе, вам другие отношения не нужны. Может быть так. Я не знаю. Я рад был бы ошибаться, но вот... Вполне вероятен такой расклад событий. Вот, повторюсь, это особенно важно, если вы не реализованы в жизни. В общем, от одних отношений ушла, точно такие еще приобрела. Ну, смотрите. Из вашего текста, опять же, получается, что единственное, вот абсолютно единственное, что волнует вас, да, вот, это, получается, объяснение, то есть это вот, получается, единственное, что вас волнует, это объяснение, то есть вы хотите, ну, чтобы вам объяснили, ну, решит ли это проблема, был такой большой вопрос, на мой взгляд, вот, вопрос, на который имеет, опять же, на мой взгляд, имеет смысл поискать ответ, потому что если вы хотите объяснений, вот, ну, если вам именно что объяснений хочется, вот, то достаточно, ну, наверное, будет просто спросить у людей, у любого человека. И, в принципе, вам скажут. Вот, если же именно разобраться, если именно поисследовать, вот, если именно поработать, вот, если именно как-то вот изучить, посмотреть, то вот как раз таки в таком случае, ну, можно будет уже
о чем-то говорить. Вот, так что не ищите. Пожалуйста, не ищите логих ответов. Вот, не ищите ответов. В объяснении, вот, большей степени, наверное, все-таки смотрите на первопричину своего поведения, вот, на первопричину вашего состояния, вот, потому что именно это, в принципе, важно. То есть все остальное совсем не так. Вот. Совсем не так. А вот то, что я могу вам сказать, опираясь на то, что вы, ответили. Опираясь на то, что вы описали. Да, это, конечно, мало. Ну, вы можете изучить сценарий, например, психологическая игра догонялки. Вот выглядит это именно так, что когда человек, ну, к примеру, не с вами, да, то вы тянетесь к этому человеку. Когда человек с вами, вы, ну вот, в какой-то степени, ну, боясь, наверное, его потерять. Вот. А вы, в общем и целом, ну, тяготеете к тому, чтобы расстаться с этим человеком. Вот, ну, собственно, такая вот история. Такой вот момент. К сожалению. Это корректируется. Вот. Это прорабатывается. Ну, самое главное, чтобы было соответствующее желание. У вас? Вот, самое главное, чтобы вам это хотелось, то есть, ну, хотелось решать проблемы, безусловно. То есть, если вы сами не хотите решать проблему, то никак ее не решить. Поэтому что тут смотреть сам. А вот такой ответ я мог бы вам дать. На этом все, наверное.
Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего доброго, удачи. Я надеюсь, что ситуация будет разрешена самым лучшим для вас образом, и вы все свои проблемы сможете разрешить. Удачи вам!